сколько у нас танков? Джейсон, да, Нидосом и все. Не знаю, капли зубы там кидай. Можем еще танк аспект. Там Пью надо будет на босса зайти, он походу не в курсе, что можно в рейд попроситься, если шмот нужен. Какой шмот нужен, Пью? Нужны боты, плащи, наручи. Наручи, но танка нет, только пистон. Ну как, танчить-то будем? Нет? Давай. Танкуйте. Если боишься в одного танчить робота, то спекни еще танка. Вот, пожалуйста, что я говорю. Предлагал себя в любом спеке, звучит как, блядь, продажа проститутки. Могли, но у меня же ушли-то. Че, суманем, может быть, паладина? Ваш черепок. Суть его меня вот. Крухар на первом боссе как умер? Один метеор словил? Да. Че, два друида с крестом справитесь с прохилом? Плюс-минус чат. Там Мосса и топовые шаманы, и топовый Элбрил. Хочу, чтобы три хила было. Два друида и ДЦ, а шаманы были в лемах. Тут какой магии идет? Тайны. А они смогут прохилить? Ну, они втыкать жопу должны. Сейчас чуть-чуть подкорректирую только.
короче, шторм торт в лемов. Попробуем так. Думаю, лучше в три танка. На чест мага Байер есть у кого-то, да, или кто-то ролить будет? Байер будет. Ну давайте в три танка, а танк будет. Три хила будет. Чек на пул. Кто сейчас первый будет на бусе? Бой. Че мы с медведем затанчим? Кто дамажит? Там он по рейду потом. Ну хуй, ну давайте, похуй. Как, блядь, Медведев на 5 минут по рейду пойдет? Ты что, гонишь? Спекнулся, Войд, готов. Сейчас, секунду, вытащу с вихрь стали. Все, готов. Ну чего не хватает? Блядь? Нет, нет, еще рано, а чё дам? Отлично, медведь продолжит. Вы в центре также танчите, да? Прям там, где стоит танч. Ну, только от нас. Еще раз. Да ладно, пофиг. Нажми этот вход. Благодарю на Торпарта. Культ на друида, пожалуйста.
Шаман сорвал? Может, дайте по ШП сальву. По Неликсу. Классно, здорово. Бахую кашку, блядь. Следите, стопать вовремя. А предлагайте, ты мёртвый будешь? Предлагал в три танка, там таких проблем не будет. Будет 5 людей. Бля, ну я понимаю, у меня от медведя никогда никто не взрывал. Давай третьим будешь. Я тоже танчил там Т5, когда было, когда казни вот это набивалось. Там агра больше было, оно бесконечно набиралось. И даже было такое, что я весь бой танчил. Сейчас такого не получится. Внимание! Вы подлежите уничтожению. Босс побежал. Бежать. Ой, на рогу. Из инста выйди, Нарти. Выйдите из инста, сделайте, чтобы бой закончился на боссе. Ну, Дарт просто не на фул хп был, поэтому, скорее всего, сложил. Может, есть возможность поставить босса в стену лицом, чтобы он не бегал туда-сюда от танка к танку? Ну, не толкал танка, то есть. Возможно, можно, можно. Танчат как попало, а ты танчи как будет лучше. Где он стоит, танчишь? Просто отверни от рейда и все. Он спиной к рейду был. Мосом мы вайпнулись, потому что за своим тритом люди не следят. Стопать сами не умеют. Только из-за этого вайп был. Там сало в мели упало, да. Да, там сфера в мели. Это уже под конец было, я видел. Минуту отойду, кофе налью.
Давайте коника присумоним. Объяснить, что воскрешение висит, но не было. Все. Чек на пол. Подожди, похоже, нет манопии. Дайте приступал. Сейчас подъедем. Скажешь, как готов будешь. Сейчас бафну, еще раз отопьюсь. Блять, да что такое? Кто, блять, спулил это? Мне стало интересно. Ой, по видосу глянь потом, кто спулил, пожалуйста. Не ХП мало, может, до этого. Thank you.
Решал, подними ханта. Блять, вы... Чё за ним это? На РДД умер кто-то. Ханту. Чулов нет. Прикольно, да. Да, здорово. Для этого там стоит два человека. Для этого хилов 5. Почему хан так близко лежит там? Ладно, хилы спекайтесь обратно. Танк 2. Палый дроид. Плюсом одного шамана хватит. С инста, выйдите. Я не понимаю, он, по-моему, бежит в начало инста. Он бежит в начало инста, выйдите с инста. Возьмите свое тело в инсте и выйдите из инста. Ладно, там люди АФК уж. Чё, все встаём, бежим или что? Кто-то заходит. Выйдите все из поста. Покиньте тело просто, чё вы лежите? Кто-то будет бежать, вы лежите. Какая разница? Ждать придётся, пока все добегут всё равно. Бой. Ходим, бафаемся тут. Заходим, побежали. Сука, там по-любому три пистона лежит, ебать. Кстати, кто спулил? Давайте сразу признавайтесь, блядь, или пиздец. Блоки спулил. Да там уже все готовы были, что там разбираться. Нормально все было. Ну, да, там не нормально было. Надо было паладину начать первым, потому что он, блядь, агро хуёво набирается, когда не он танчит. Ну, если только так. И параша получилась, блядь. Мы среагировали и менялись там, блядь. Кто это, на бойсе. Как там было в GTA 5? Этот тип-то, который нигера начальник был. Ты, говорит, мне в точности скажи, чего ты хочешь, а я тебе в точности объясню, почему ты не можешь этого получить. Симон, что ли? Но...
Витариан, блядь. Такая хохма, я оборжался. Мне позавчера из колеса машина выпала, это. Халифтрак. Фишка держать в центре была в том, что по кругу просто бегает один челик. Сферка просто за ним летит и следующая не вылетает. Вроде как так, если не ошибаюсь. А тут получается, если он стоит, да, он ловит эту сферку, она взрывается, ему дамаг. Чек на пол. На пол и на этого, на баф и каску давайте. Сколько там? Контрол. Первый пускай набирает и вот. Решал, тут ними лока. Под босса встаньте, вы стоите на РНЖ. Да, если вы из красного кружка выйдете, вы словите сало и потух. Пулите в меня, пожалуйста. Как это на пули?
Пистон. ГЦ. Сейчас вот раздадут, кое-что скажу. Открыла пистона, упала. Вага, с пистоном заебись теперь. У тебя получается теперь охуенный резин. Серег, тут? Да. На замену можно мне? На 10 минут отъехать нужно срочно. Иди. Ну, первый начинаешь, заебись сыграл, бля, если другой начинает, пиздец. Достаю слишком далеко. Да, кстати, мгновенная четверидах не появляется. Что мне бахать? Каску. Сейчас сагришь пак. Сагрил пак. И еще один.
Вань, ты под труль завалил. Где пиво? Нет, блядь. Думал подойти подамажить, блядь. Это последний патрон. Это пиздец вообще.
Диспелл. Тут тебя может задиспелить. Находится на три платформы сзади и ресет хилов. Вижу паладин здесь. Паладин и не вы... Не уровня бог. Надо фреймы вытаскивать, чтобы спорить, или какой-то отбор. Вижу иннер у Эрдру в КД и у Кота. Антонида Санартия и Жумена нету КД на иннер. Обратите внимание на шамана Ягодный Дзор, у которого 20% маны, и отдайте ему свой иннер. Озарение по-русски. Или хуёво слышно. Вот Жумена, молодец. Делайте это самостоятельно, чтобы не приходилось вам это рассусоливать. В детском садике. Если у вас иннер в КД, то к вам не будет вопроса, почему у хила маны мало. И рейд не будет варить. Твой жрец, резист контроля, шандонидс на боссе. Остальные в ДД. А чё пиво уже? Ну ему отойти надо было, я его спилку менял. Вот нужен здесь и скельтаса. Стоит Дживс. Ты на жреце, верно? Ты в ретре. Я в ретре хорошо спекаю сейчас. А кто на жреце? Делор на жреце с резистом вместе. Данидас на боссе, остальные все в ДД. А где ты стоит, говорили? А, увидел, спасибо. Чек на пул. Санте, чего не хватает? Каску по локму обнови. Кстати, налог зайти по дамаж, если надо ДД на мага идти.